Всем привет, с вами Ру, и нас спустя год занесло опять в Looking Room к нашему другу Лысу. Вот, мы очень рады его видеть. Он уже не первый раз приглашает нас с Шером. Я надеюсь, ему понравилось сегодняшнее мероприятие. Но он и сам нам отлично все сам расскажет. Луис, камон. Привет всем, с Новым годом, с новым счастьем. Да, действительно, я с ребятами работаю с многим аттракционным шаром, это уже третий раз, и, ну что, мои гости в восторге, и я рад. Поэтому, не знаю, отличное развлечение. Я лично всем предлагаю сходить в шар, загадать желание, сделать фотографии, и она сбывается. Те, которые это сделали в прошлом году, пришли в этом году, говорят, что все исполнилось. Так что, шар отличный. Мне нравится. Друзья, послушайте этого замечательного человека. Он знает толк в мероприятиях, вечеринках. Мы его знаем еще со времен Пачи. Ведь всегда были великолепные костюмы, великолепные танцовщицы. И если этот человек говорит, что шар украсит мероприятие, он это мероприятие украсит. С Новым годом, Луис! С Новым годом! С новым счастьем! До новых встреч! Я думаю, это только первая работа в этом году. Мы еще с вами поработаем. С удовольствием! Обязательно! С Новым годом! С праздником! Так что вот, друзья, праздник окончен, гости разошлись довольные, организаторы довольны, и мы довольны. Великолепная вечеринка, великолепное место. Вот, а я в порыве всего этого безумия забыл упомянуть самое главное. Обращайтесь к нам в компанию Sky Production, и мы украсим любой ваш праздник.